Друзья, это видео про аксессуары от компании Dadario и Planet Waves. Аксессуары для гитаристов. Начну с ремней. Мне очень нравится вот эта серия, не знаю, как это называется, модель, фирмы, соответственно, Planet Waves. Вот эти ремни у меня уже очень довольно-таки долго служат. Этот уже, видите, уже достаточно древний. Вот. Мне не нравится тем, что они очень скользкие и такие эластичные. И у меня их на каждую гитару свой ремень. Благо, расцветка позволяет. Цвета, как видите, разные. Очень нарядные. Такого с дракончиками. Есть просто черный, вот этот пошире. Это другая модель. То есть она не двойная, без такой подкладки. Вот этот на гитару, которая потяжелее. Я такой более широкий ремень. Вот. На этом ремне, если можете посмотреть, еще вот такая отдельно приобретал вставка. Это на плечо, более равномерно, тоже от компании Planet Waves, более равномерно распределяет нагрузку от гитары на плечо. Особенно это, конечно, для более тяжелых гитар. Ну, для меня более тяжелая гитара – это больше 4 килограмм. А, да, и сзади, видите, как хорошая штучка, очень на плече удобно такая. Так что отличные расцветки, видите, с дракончиками, с черепами, каких только не существует. Вот. И очень хорошо они служат и долго. Так, ну, стриплоки у меня на каждом ремне, как вы видите, тоже разные. Приобретались в разное время от разных производителей. И вот эти крепления для медиаторов тоже от разных производителей. Вот, они, к сожалению, редкость большая. Далее. Вот прекрасная такая штучка. Это у нас два в одном. Это крутилка для колков. Если у вас колки не локовые, вам надо менять струны, то бывает очень долго происходит процесс намотки руками. С этой штучкой все гораздо быстрее. А вторая часть у этого прибора — это кусачки, то есть чтобы откусить лишний кусок струны. А и, кстати, покажу хитрость небольшую про намотки струн. Многие спрашивают, почему у меня слишком много витков, как правильно наматывать. То есть видите, у меня вот это колки не локовые. Здесь буквально около двух витков, и везде стабильно. То есть, как я делаю? Я беру струну, просовываю ее на всю длину, такую длинную, да, через колок. Отмеряю примерно на два колка вперед, вот это расстояние. И вот на это расстояние я возвращаю назад, и на это расстояние я загибаю и наматываю. То есть, примерно расстояние струны, которое идет на намотку, на колок, это расстояние между, ну, можно сказать, тремя колками, да, вот эти, вот такое расстояние. И тогда у вас все время будет одинаковое небольшое количество витков. 2-3, не больше, потому что много витков нельзя, гитара будет плохо строить. В данном случае колки, видите, такие винтажного стиля, их надо откусывать. То есть, поэтому здесь надо откусывать струну до намотки. То есть я беру струну, вытягиваю ее, примеряю во всю длину, вот на такое расстояние возвращаю обратно, потом ее откусываю, вставляю и уже с помощью вот этой штуки уже наматываю. И при таком расстоянии наматывать не приходится недолго. И все равно это вот с этой штукой быстрее, чем пальцами, естественно. Следующий замечательный аксессуар от Dadario – тюнер. Данный тюнер мне очень нравится, он яркий и прекрасно, смотрите, как он крепится. Он может крепиться, вот эта штучка, она выдвигается на разную толщину и обратно вставляется, то есть на разную толщину вашей гитары. И вот, я сейчас постараюсь показать, чтобы вам было видно. Вот видите, достаточно быстро и четко ловит. Чем у вас живее батарейка, более свежая, тем быстрее будет показывать и ярче гореть. Здесь батарейка достаточно свежая, ей, наверное, месяц или полтора. Служит она, ну, если каждый день пользуюсь тюнером, где-то на полгода мне почти хватает батарейки. И что еще хорошо, ну, здесь есть разные режимы. Если, допустим, вы
повесили сзади головы, да, чтобы не так видно было тюнер. То есть можно ее вот так вот повесить, допустим, да, спрятать. Вот видите, на консоли очень удобно. Здесь есть, теперь у вас кверх ногами циферки. Посередине кнопочку нажимаете, и у вас циферки теперь опять к вам лицом. Сейчас, сейчас. Да, видите, то есть удобно смотреть. Сейчас я нажму, циферки перевернулись. Так они, так они в таком положении, если тюнер с этой стороны головы грифа. Раз, и он, тюнер дружественной стороной, к нам повернулся. Так что замечательный тюнер. Рекомендую. Так. Следующий аксессуар, вот каподастр, я использую очень редко. Тоже видите, Planet Waves. Но тем не менее использую. И на акустике, и на электро. И вот этот он очень легко ставится. Вообще, то есть моментально работает. Никаких проблем с ним не было. Отличный прижим, строй не плывет и очень комфортный и удобный. Ну и несколько слов о струнах. У меня есть отдельное видео, где я рассказываю про струны и почему, и как я использую. Ну, основной марка это Addario New XL 1046. И также я использую и обычные Addario XL, тоже 1046. На всех моих гитарах 1046. Соответственно, чем они отличаются? Это New XL, ну, почти в два раза дороже. И у них есть нюансы и в звуке, то есть в натяжении чуть-чуть. New XL может быть, ну не может быть, а помягче, чем XL. Вот. Небольшие нюансы в звуке, ну не все их услышат. Вот. Но самое главное отличие, то что New XL стоят дольше. То есть вот они почти в два раза дороже. И стоят они на гитаре, то есть стоят, я под этим термином подразумеваю, что гитара строит, струны еще живые, да, есть какой-то звон у них музыкальный. То есть стоят они как минимум в два раза дольше, чем XL, а иногда и больше. Особенно если вы на гитаре играете редко, в основном дома, или там, то есть не потеете, там, да, концерты там не играете каждый день, тогда вот эти точно струны у вас будут полгода стоять дома, гитара, будете брать ее раз в неделю, и будет все хорошо. То есть, поэтому я стараюсь эти струны ставить, вообще стараюсь всегда их ставить, но если, допустим, я знаю, что у меня концерт впереди, и он очень потный, то я ставлю струны вот эти подешевле, их сразу убиваю и сразу выбрасываю после концерта. Вот. И на акустике играю не часто, но тем не менее играю, и вот мне очень понравилась модель, тоже относительно новая, Addario Nickel Bronze. Я использую калибр 11.52. Чем мне понравилась эта модель? Обычно я любил струны фосфор бронз состав, и они почему-то очень быстро окисляются. То есть стоит их поставить, поиграть день-два, брать чехол, гитару, и то есть через несколько дней у вас достанете акустику, и у вас фосфор-бронз будут уже окислившиеся. Очень быстро почему-то они окисляются. Я не знаю, то ли это у меня, то ли у всех. Вот. И поэтому я использовал струны с покрытием разные, более долговечные. Но мне не нравились по звуку. А вот никель-бронз, они не золотые, как фосфор-бронз, да, то есть они такого цвета, как на электрогитаре. Вот. И при этом достаточно яркие и звонкие, как положено для акустической гитары, струны. И они не окисляются и стоят. Вот. И, то есть я, потому что на гитаре играю акустической, повторюсь, достаточно редко. И бывает, там, не играю, очень долго достаю, и все строят, и все отлично, и струны. Так что, то есть струны, вот, никель-бронз, я где-то уже, ну, почти год как их использую, очень доволен. Так что, спасибо за внимание, всем удачи!